Здорово, мой дорогой друг, с тобой снова я, Тим Мацони, и со мной Полиночка, красавица-припевица. Реакция на ТикТок, твоя любимая, устраивайся поудобнее, влепи лайкусик. Погнали смотреть. Фу, это реальный трэш. Я как-то уже ранее стримил на платформе Bigo Live, и реально было прикольно. Так давайте я снова начну проводить прямые эфиры в Bigo Live, и мы вместе с вами сможем посмотреть прикольные видосики в прямом эфире. Ну а если повезет, то и сможем наткнуться вот на таких вот интересных персонажей в прямом эфире. Кстати, в Bigo Live есть еще очень крутая функция, где я вместе со своими подписчиками могу общаться в прямом эфире. Как это выглядит? Я в чате среди вас выбираю абсолютно рандомно любого из вас, нажимаю, и мы можем вместе с вами общаться по видеосвязи. Это реально очень круто и здорово. В общем, дата эфиров и мой ник я оставляю в описании, чтобы вы меня могли найти. Ну и до встречи на эфире. Я думаю, будет реальный разрыв. Ты обосрался. Ну, так-то да. Срать, блядь, ты ебану, хоть ты меня снимаешь, ты овца, блядь, ебаная. Чё это за тиктоки пошли? Блин, я вечно к нему прихожу, у него какая-то дичь. Вы обратили внимание, какая синхронизация произошла прошлого тиктока и следующего? Проснись-то, обосрался, челик сидит, пятерочки срет, блядь. Вот сука. Коля, ебашь, ебаный в рот. Давай-ка чини это говно, сгибай это дерьмо, ёбуй! Ёбаная гора черными яйцами! Осуждаю. Я буду так же теперь ходить тебе говорить. Подожди, это челик случайно не этот, не мог бы снимать, жрет и пердит, да? Это он? Что говорит папа? Обрати внимание на его плечо, у него как моя башка просто. Дура, блядь, говно под снегом, блядь. На микрофоне твоя копия, утопия, вдруг подумает Илья. Что такое мой Шейн? Это типа сайт, как Алиэкспресс. Я вообще не знал, что это такое. Мне сейчас показалось, что она сказала, мой член приехал готовый. Готовый. И она такая... Не, я просто реально не понял, что это такое. Что может быть лучше конфеты Чокопай? Две конфеты Чокопай и ТикТок. Я напоминаю, что это год 2005, наверное. Откуда она тогда знала, что это ТикТок? Может, тик-так? Может, просто у него тапок. У тебя уже мозги плавят. Что ты там делаешь? Да вот выкидывай твои пищалки недоделанные. А как теперь музыку слушать? Запомни, сынок, автомобиль без баса, как борщ без мяса. Вот поставлю пионеры 500-ваттные. Вот у меня такие же были. И будет качать музло как надо. Мама, что ты... Охуенные пионеры, блять, а еще если усилитель воткнуть, вот именно вот эти 69-39. Я поняла, это вот кто, да, ездит с открытыми окнами, с музыкой. Не-не-не, я нормальный. Тысяча децибел, нет, 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 я нормальный. Кисенька, мой. Это ты. Бля, это Тёмскому надо скинуть. Это реально ты. Я, кстати, являюсь её лютым фанатом. Ну а чё? В принципе, я нормально. А я валяюсь на кроватке, потому что я уволился с работы. И в гробу я видел эту работу. И у меня, бля, все пиздато. Дра-ля-ля-ля. В течение 5 лет я каждый раз увольнялся с NVIDIA, каждый раз возвращался и постоянно вот подобного рода песенки себе в голове пропевал. Карманы, эндип, тичап, табах, эндербат, эндербан. Боже мой, у меня один вопрос волнует. Как что реагировали ее соседи в этот момент, когда она так орала? Смотри на свое лицо, не твое. Посмотри, какой ты обдолбанный, ты гнида. Я просто уставший. Посмотри на свое лицо. Ты что, такое, это игрушка или это что такое? Я не понимаю, покажи еще раз. Это игрушка? Гнида. Я...
Ну, он не моргает, наверное, да. Это чё? Сука, подождите. Такую женщину не влюбиться. Вот этот выпуск. Носик, это мой любимый. Вот этот выпуск. Давай посмотрим вместе. Ты вообще охереешь, пожалуйста. Это вообще кринжа. А что, типа прям, ну... Это жесть. Там цыганка, короче, 40-летняя, встречается с 15-летним мальчиком, и у них дети, короче, они живут. Там вообще пипец, вы видели. Как он это делает? Пизда. Как он это делает? 10 бал. Так. Все, Мурлен, блядь, я поехал. Наебайте кого-нибудь другого, так и низкие сцены написали. Ага, блядь. Все, блядь, я уехал. Пока! Окей, ладно, давайте еще один видосик от него посмотрим. Подождите, это что такое? Это что сейчас было? Это было максимально эпично, странно и крипово. Я все эмоции испытал, когда увидел, как он сожрал. Это был ядовитый паук или нет? Да, обычный, мне кажется. Он вечно... Так, давай, где много просмотров? Вот, 13,5. Так, я поняла, он жрет что-то странное в себе. Все-таки да, подходит к кенту и палец. Дикий 50 миллион просмотров. И у нее все губы в говне. Мангалы бывают разные. И даже вот такие, по 4 метра длиной. И охренеть, будет. Прикиньте вы, короче, жарите мясо, дело еще даже не дошло до шашлыков, а вы уже накидались, то есть вы в дробаша пьяный. Проходит буквально 20-30 минут, вы пытаетесь завести, блядь, этот вертолет с мангалом, блядь. Как это понять, мангал? Где мангал? Да вот же, блядь. Мангалы бывают разные. Вот, я так понимаю, вот мангал. Кому? Переходит к тебе слово «блежение». Суть обвинения представляется обвинение Потемкину. Пожалуйста. 21 года в подвале расчлененного дома в городе Шопинске обнаружено с 1 декабря Матюхина Олега, смерть которого наступила на Олега в результате нейрической... О май гад, был. Ты что, упала, что ли? По-моему, это видели. Я нет, не упала. У меня аллергия. На что? На шоколад. А зачем ты его ешь? Я не ел. И на кофе. Бля, чего это ее так расплешила? Она над Микеланджело похожа, из черепашки ниндзя. Ну, у нее, наверное, реально аллергия. Еще она нажраклась, и она, в принципе, еще и, наверное, алкашка какая-то. Это, по-моему, отек Квинки, да? Да, ты это не видел? Это вообще... Давай по-честному, нравится? Нет. Ну нет, да ладно, давай немножко по накачанию представим, такой нет, в масле, да, под загарчик немножко. Да нет. И он такой, жопа, жопа, хорошо, если я буду так жопкой трясти. Ну нет. Ты чё, бля? Должен кто-то один это делать в доме. Это не ты. Ну ладно. Ебой! Вот это у него гроулинг. Все хорошо?
Но представляете, на секундочку оказаться на таком концерте, там вот так мужики танцуют просто, вот так. Ужас, боже упаси, вообще, как-то еще не ада. Сыночек. Нет, топ 10 баллов, вы слышали нет, его гроулинг? Нет, он молодец, но я не знаю, мне кажется, это жесть. Спасибо, спасибо, спасибо. Открой, пожалуйста, вперед, мой генерал. Боже мой. Носок прям в тему. Мы сегодня, кстати, смотрели разные домики на колесах. Просто интересно. Да, у нас мечта есть это приобрести дом на колесах именно. Вот типа как кемпинг такой большой. Раньше, когда мы смотрели до всех событий, которые сейчас в мире происходят, он можно было взять в районе 3 миллионов рублей. Поддержанный, естественно. 3-4 хороший. 3-4, да. Ну там пробег будет там, ну, 1050 вот так. Что будет, если ты будешь курить электронные сигареты? Подпишись и поставь уведомление, чтобы не пропускать полезную информацию. Клиника боли? Через 10-15 лет. Ожидай. Так, у меня какое-то складывается впечатление, что он явно нам не здоровья желает, дяденька. Импотенция. Алексей. И поражение легких. Алексей, не надо так смотреть. Алексей, я вам ничего плохого не делаю. Будьте здоровы, береги. Да уж спасибо, Алексей. А вот и я! Не ждали! И я снова вернулся к вам, и моя судьба в ваших руках! Самая очаровательная, самая позитивная, эмоциональная ведущая Лариса! Астролог всей Руси! Очаровательная Василиса! Я вас боюсь. И самая гламурная сваха России Роза! Да, малыш, ждали. Два раза уже было. Еле оклемалась, честно хочу сказать. Серьезно? Уже я сейчас вся... У меня прямо... Так, а у меня сколько эмоций? Сколько эмоций, сколько этого позитива? Блин. А я рад. Я-то как рад. Два варианта. Либо лютая постанова, либо он реально бахнул чего-то знатного перед эфиром. А, блядь, куда, сука, какую нахуй кнопку, блядь, нажать? Где, сука, эта ебаная рация, блядь, включается в этой ебаной крылатой рухляде, сука? Вот она, вот. Задержка уже, блядь, пиздец. Включена, блядь, ебану. Уважаемый пассажир, прошу прощения, вас приветствует капитан корабля. Спасибо, спасибо. У нас был такой типчик, его Артем звали. Мы куда бы он ни приходил, он разъебывал нахуй постоянно кому-то лицо. Стабильно. Пьяный он, трезвый, он постоянно дрался. Куда бы мы ни ходили. Смотрите внимательно вот на эту картинку. Что вы на ней видите? Признаюсь, что-то увидел. Что ты видишь, чертовка извращенская? Признайся мне, глядя в глаза. Я бы хотела... И достали машину из пепла. Говори быстрее. Я хотела бы сказать что-то нормальное, но нет. Ну что это? Не надо микрофон проглатывать. Что это за... Это ты ассоциируешь эту картинку? Что это такое? Нихуя, ты еще знаешь, как это показать? И что такое? Это треугольный член? Ну что, вот и подошла к концу нарезочка по ТикТоку. С вами был я, Тим Мацони, и Полиночка, красавица припеть. Все ссылочки на наши соцсети есть в описании. Подписывайтесь, про телегу не забываем. До новых встреч.